Сегодня у меня в гостях в рамках рубрики «Профессия спорт» обычный мясский мальчишка, который в 7 лет влюбился в бокс и уже в 19 лет может похвастаться титулом интерконтинентального чемпиона мира среди молодежи по боксу по версии WBC. Итак, у меня в гостях Константин Пономарев. Привет, Кость. Здравствуйте. Спасибо, что пришел сегодня к нам в студию. Костя, скажи о своей спортивной карьере, почему когда-то в детстве решил заняться спортом и к чему это на сегодняшний день привело? Привела меня в бокс мама, долго упрашивала и уговаривала, чтобы записала секцию бокса. Вот. Ну, как любой родитель, она, наверное, не хотела, чтобы я занимался таким видом спорта, как бокс. То есть, ну, удары все равно же что-то сказывается. Вот. И ходил на тренировки в футбол, в разные виды спорта, как такие же так, и бойцовские, как и самбо, рукопашные бои. Но не задерживался больше одной тренировки нигде. Влюбился в бокс и все. И когда пришли, все-таки уговорил маму, упросил. Мама привела меня в бокс. Тренер, когда меня увидел, ну, сказал, что, наверное, еще очень рано. А кто был первым тренером? Кондратьев Юрий Федорович. Занимался я в старой части города. Вот. И, ну, я очень расстроился, и он, наверное, это заметил, и все-таки согласился, и я начал тренироваться. А какими качествами, на твой взгляд, должен обладать чемпион? Упорством, трудолюбием, ну, и, конечно же, ставить цели и добиваться их, несмотря ни на что. А есть ли у тебя кумиры в мире бокса? Да, конечно же. Такие, как Рой Джонс, Костя Дзю, ну... К сожалению, эти боксеры уже не боксируют. Ну вот почему все-таки они? Ну, возраст все равно же, конечно. Ну и потому что это талант. Рой Джонс – это высший, это лучший боксер планеты. И я думаю, что и он остается пока им. Но на сегодняшний день кумир у меня филиппинец Мэнни Пакьяо, к которому, кстати, я ездил в зал тренироваться в Лос-Анджелес. К сожалению, его самого не видел, он был у себя на родине. Вот, ну, он мой кумир, но и к тому же мой еще и потенциальный соперник, и претендент. Вот, он по моей версии стоит первый в рейтинге, вот, и является вообще лучшим боксером планеты. Ну, если можно, пару слов о твоей последней поездке в Америку. Что она из себя представляла, где тренировался? Какие-то итоги можно подвести? Да, поначалу приехали мы в Чикаго, тренировались в Чикаго 2 месяца. Вот, работали с американским тренером, очень хороший, мне понравилось. Вот, и работали также со спарринг-партнерами, с местными в Чикаго. Вот, и после того, как прошел сбор в Чикаго, мы поехали на спарринги вот, в Лос-Анджелес. В зал к Мэнни Пакьяо, где тренируют самый известный. Но все равно какая-то техника новая была для тебя или что? Вот что нового ты вывез из Америки? Да, да, конечно. Он набрал колоссального опыта, во-первых. Во-вторых, физическая подготовка. Сейчас, ну, я думаю, сейчас я нахожусь в очень хорошей форме перед предстоящим боем. Ясно. А вот расскажи, какое оно ежедневное расписание чемпиона? Утром в 10 часов у меня первая тренировка. Ну, это, конечно же, здесь, у нас на родине. В 10. Далее у меня идет обед. Но перед этим, конечно, был завтрак. Обед. Потом я, как бы, ученик, учащийся Урал ГУФКа. Учусь на втором курсе. Вот. Езжу в институт учиться на пару пар. Хотя бы я успеваю, да. Вечером у меня в 6 часов опять тренировка вечерняя. Вот, ну и далее легкая прогулочка и отбой. Ясно. А о чем думаешь, когда стоишь на ринге? Когда идет бой? Какие мысли посещают? Ну, в ринге уже, я думаю, особо ты думаешь о том, как ты будешь бить противника, правильно? Не думаешь о том, как ты защитился, как еще что-то. Думаешь только о цели, как выиграть противника. Но, тем не менее, ты объехал уже, можно сказать, полмира. С друзьями как удается связываться? Нет, друзья у меня... Много ведь друзей в мясе, да? Друзей у меня очень много. Друзья у меня, я им очень сильно доверяю.
и горжусь, что у меня есть такие друзья. Постоянно поддерживаем, конечно, связь, они меня очень сильно поддерживают, спасибо им за это. Вот, ну... Да, вот последний бой, да, в конце ноября в Челябинске это показал. Да, да. Целая арена трактора болела за тебя, в том числе МИАС. Да, очень много болельщиков приехало с МИАСа. Также могу сказать, что очень много болельщиков приехало с Магнитогорска и Златоуст. Потому что боксерский круг, мы все очень сильно дружим и поддерживаем друг друга. А за жизнью в городе следишь? Ну да, конечно же. Интересно, что тут происходит и так далее. Ну, в течение протяжения этих двух месяцев я вообще не видел, не смотрел телевизор, так как там у нас, к сожалению, не показывали наших местное телевидение. Так что отстал маленько, можно сказать, от жизни, да, что тут у нас творится и как. Я знаю, что 3 марта у тебя очередной бой на арене «Трактор». Если можно, пару слов о нем. Соперник у меня аргентинец, ему 21 год, и у него за плечами 14 боев, ни одного поражения, но есть 4 ничьи. Вот, и смотрел его видеозаписи боев, очень серьезный противник, и серьезно. Как готовишься? Ну, во-первых, я только приехал, сейчас я неделю, у меня акклиматизация. Вот, и, ну, с понедельника я уже приступаю к тренировкам, план уже есть, ну и будем работать, конечно, с тренером, и целенаправленно уже именно к противнику. Ну, знаешь, мне остается пожелать тебе только удачи. Спасибо. В этом бою, в следующих твоих боях. Спасибо, что пришел сегодня к нам в студию, спасибо за искренние ответы на наши вопросы, и еще раз удачи. Спасибо.